神爱中国，你别说了的，你相信这一点吗？阿门。我们很开心今天能够跟你们一起。今天能够跟大家一起搞这个篝火晚会，我感到很荣幸。这个晚上是耶和华所定的日子。阿门。И я хочу сказать。我想对大家说。У меня на сердце есть огромное желание。在我心里面有很强烈的一个愿望。Помолиться за китайский народ. 我想为中国人民来祷告。Я просто верю. 我相信。Что великое пробуждение приходит в Китай. 我相信有极大的复兴会临到中国。И Бог нам даст большую свободу. 上帝会把更多的自由赐给中国。Мы будем проповедовать Евангелие. 我们要更多的传扬福音。Как у нас в России. 像在俄罗斯一样的自由传。На стадионах. 在广场上。在文化宫，在各个地方。везде， 在各个地方。потому что Бог любит Китай。因为神爱中国。Аминь。И он хочет, чтобы все спаслись。上帝希望所有的中国人都得救。Ты веришь в это？ 你相信这一点吗？Скажи своему ближнему, я верю, Китай будет пробужденная страна. 你可以对你旁边的人说，我相信中国会有极大的复兴领导。阿门，阿门，阿门，阿门。Я хотел. 希望。Я просто знаю, что у Бога есть сосуд. 我知道上帝要拣选他的器皿。Послушай внимательно, тебе скажу откровение очень важное. 请大家都注意听，我要说一个很大的启示。У Бога есть сосуд. 上帝有器皿在手中。Этот сосуд чтобы наполниться. 这个器皿。Нужна твоя молитва. 使你想使这个器皿被充满，那你就需要去祷告。Послушай, не политики решают погоду в этом мире. 我这个。政府不能够干预地方的天气怎么样，而政府不能干预这个地方的。Я хотел, чтобы сейчас мы наполнили этот сосуд Божьей молитвой. Молитвой, молитвой наполнили. 我希望大家能用祷告来翻转这一切。Помолись в духе. 3 минуты, просто в духе молись. 用灵，在灵里面祷告，我们用三分钟来祷告。Hallelujah, Shalom. We're going to be